Ольга Метельская утверждает, что вы сможете избавиться от 2 сантиметров талии всего за 20 минут, даже если будете просто сидеть и смотреть телевизор. И все благодаря эффективному обертыванию. Встречайте нашего эксперта, очаровательную Ольгу. Наступили теплые деньки, хочется уже сбросить с себя эту объемную зимнюю теплую одежду. И тут же возникает мысль, а стоит ли? Может, лучше все лето ходить вот в этой шубе, которая скрывает лишние килограммы? Но сейчас, как никогда, актуальна тема «Хочется похудеть». Делать зарядку нам лень, булочки на ночь мы любим кушать. И действительно, вот полежать, посмотреть телевизор, но при этом похудеть, мне кажется, это мечта. Я, Оленька, знаю, что ты свои обещания выполняешь, все твои рецепты проверены, исключительно эффективны. Но в данной ситуации я прям не могу тебе поверить. За 20 минут мы избавляемся от лишней воды. И вот как раз вот та вода, которая вот у нас хорошо стояла, та, которая вода не давала нам похудеть, она начинает и хорошо уходить. Обертывание способствует тому, что наша кожа будет подтянутая. Угу. Кстати, это тоже проблема при похудении, особенно после 30 лет. Ну, как раз вот мы будем бороться еще с этой проблемой. И хотя мы уже неоднократно делали обертывание под твоим руководством, и очень приятные, эффективные, но некоторые женщины до сих пор считают, что проще сходить в салон, там тебя правильно обернут, все наложат куда надо, и выйдешь как новенькая. А в домашних условиях эта процедура кажется достаточно сложной. Хлопотно приготовить правильный состав для обертывания, но, Надя, цена. В салоне идет 400 гривен и более за одну процедуру. Предлагаю на самом деле провести такой небольшой тест данного обертывания прямо здесь. Я предлагаю принять участие вот девушке, которая смотрит прямо на меня. И вторая девушка, Надя, выбирай ты. Так, чтобы было справедливо. Пожалуйста, вывод, да. Идите к нам. Угу. И хотя только две наши гости сегодня испробуют на себе обертывание, но мы все с вами узнаем, какой же результат уже от первой процедуры. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. И меня зовут Светлана. У нас есть сантиметр. Это для того, чтобы замерить, да, вот ваши параметры до и после процедуры. Начнем с вас. Да. Ну, сейчас у вас красивая талия на 8 сантиметров. Первую цифру, ну, вы знаете, но мы никому не скажем. Это секрет. Прошу вас. И фиксируем. А у нас последняя цифра 5. Мы ее запомнили. Что нам понадобится для приготовления такого домашнего обертывания? В его состав будет входить лен, кстати, это необычно. Будет входить морская соль, сухой порошок горчицы, мед, эфирное масло герани, эфирное масло чайного дерева и масло жожоба. Как приготовить, я расскажу чуть-чуть попозже. А сейчас я предлагаю нанести вот этот вот состав на себя. У тебя уже есть готовое? Да, есть готовый. В зависимости от способа приготовления это может быть вот такое вот жидкое. Угу. И второй вариант – это с добавлением льняных семечек. Я расскажу, как сделать одно и второе по действию одинаково. Кто-то любит зернышки, я понимаю. А кто-то не очень. Да. Берем баночку, размешиваем, наносим состав себе на область, которая будет у нас худеть. Главное равномерно распределить все. И следующее, это как раз сверху идет леночка. Это я вам показываю. Угу. Вы хватайте и продолжайте. Прошу вас. А сколько слоев нужно сделать пищевой пленки, чтобы для надежности? Ну, я так думаю, 5-6 будет достаточно. Угу. А как ощущение? Печет. Скажем так, интенсивно греет. Такие слова, как печет, жжет, я облажу. То есть вот мы это не употребляем. Даже если облазите, все равно не говорите. Говорите нет, просто мы говорим приятное жжение. Мы говорим пилинг, Надя. Был у меня один раз такой пилинг, кстати, в салоне. Я попала в салон красоты, думаю, ну, надо же получать процедуры. У нас такое шикарное новое цитрусовое обертывание. Вы прямо сейчас говорит мне. Ложусь, а там еще накрывают простыней электрической, которая греет. И точно так же Наташа смазывает, только вторым составом. Чтобы не пугать мастера, я говорю, вы знаете, немножко так мне тепло слишком. Вы не могли бы выключить эту простынь, чтобы она не грела? Она, наверное, сильно горячая. Думаю, что она на меня так странно смотрит? Мы все это снимаем, а я уже вся красная. Я себя никогда такой не видела. Оказалось, Олечка, что это у них новое, еще ни на ком не проверяли. Нашли на ком проверить, товарищи. И я, кстати, после этого случая поняла, что даже поход в салон не всегда гарантия, что получится
получится хорошо. Теперь вот учусь делать домашнее обертывание. И дешевле, и проще. Да. Мы можем дома сделать это самостоятельно. Вот, оборачиваются с большим успехом. Все нормально? Да, нормально. Не пора? Снимайте это с меня. Все в порядке. У меня ощущение, что нужно еще одеяльцем завернуться. Все-таки обертывание. Пожалуйста, девочки, вам по одеяльцу. Мы в одеяльце заворачиваем зону, которая у нас худеет. Угу. И, собственно говоря, сидим и ждем 20 минут. Присаживайтесь, пожалуйста. Основой нашего обертывания служит льняное семя. И не просто сухое, а запаренное. Два варианта. Первый. Мы берем 100 мл кипятка, наливаем в кастрюльку, кипяток доводим до кипения, берем столовую ложку семени льна, туда высыпаем, перемешиваем, ставим на маленький огонек, накрываем крышкой, держим 10 минут. Угу. После этого мы выключаем и настаиваем, когда семя льна остынет до комнатной температуры. И это получается вариант с семенами, да? Да. Второй вариант. Мы берем обычную марлю, кусочек где-то 30 на 30 сантиметров. Так. По центру мы выкладываем 1 столовую ложку семени льна, завязываем в мешочек. Дальше все по той же технологии. Небольшая кастрюлька, 100 мл кипятка. После этого вымачиваем наш мешочек и вывариваем. Проварили 10 минут, выключили, настояли. Нужно мешочек отжать несколько раз. Первый вариант, он проще, быстрее. Ну, тут выбирает каждый сам для себя. То есть определите, что вы больше не любите, семена или отжимать. Что дальше делать? Итак, мы берем данные основы, 100 мл. Вот у меня уже есть отжатое. Следующее, что мы берем, это порошок горчицы. 1 столовую ложку. Из-за этого жжение некоторое, да? Увеличение кровообращения способствует тому, что начинаются процессы похудения, жиросжигания. Берем в отдельную чашечку. Мы добавляем сюда водички тепленькой, буквально чуть-чуть, так, чтобы получилось у нас кашица. Что бы уже не добавить этой льняной водички? А потому что возьмется горчичный порошок комками, и он не растворится. Кашица готова. Есть. Следующее – это морская соль. Нужна 1 чайная ложка. Нам нужно добавить эфирные масла и масло жажоба. Мы их капаем на нашу соль. Если мы будем просто их капать в наше обертывание, в результате масла будут сверху, и однородной такой вот массы у нас не получится. 7-9 капелек эфирного масла герани. Эфирное масло герани очень хорошо подтягивает кожу. Эфирное масло чайного дерева. Помимо того, что это прекрасный антисептик, тоже хорошо работает с сосудами. И несмотря на эти восхитительные эффекты от эфирных масел, нужно быть осторожными и следовать рецептуре. Масло жажоба, оно делает нашу кожу более подтянутой, мягкой. И как раз способствует тому, чтобы действие горчицы было не таким вот у нас ядреным. Нам понадобится 3 чайной ложки. А можно, если у кого-то вдруг жажобы нету, оливковое, например, добавить? Нет, на самом деле можно, но тогда смесь получится более жирная. Вы видите, все ингредиенты тщательно продуманы. Потом мы берем мисочку, в которой будем все это смешивать. Угу. Отвар семени льна, 100 мл, горчица, вот все разведенное вот сюда. И туда же соль с маслом, да? Да. Последний ингредиент – это мед. 1 столовая ложка. Медленно перемешиваем. Все, готово. Готово. Как это правильно хранить? Мы переливаем в чистую посуду, ставим в холодильник и храним до 7 дней. Ты знаешь, мы с тобой тут разговариваем, наслаждаемся процессом, все нюансы выяснили, а Света с Наташей? Они улыбаются. Да. Такое впечатление, что даже клонит в сон. У нас есть еще минутка сделать процедуру до победного конца, потом мы измерим талии, насколько они изменились. Может быть, ты пока напомнишь, как мы готовили это средство? Для приготовления нашего обертывания нам понадобился отвар семени льна, морская соль, горчичный порошок, мед, эфирное масло чайного дерева, эфирное масло герани и масло жажоба. Для приготовления отвара семени льна нам понадобится 100 мл кипятка и 1 столовая ложка семян. Настаиваем на небольшом огоньке 10 минут, после чего остужаем. Далее мы берем 1 столовую ложку горчичного порошка, разбавляем водой в 1 чайную ложку морской соли, капаем на нее эфирное масло герани и эфирное масло чайного дерева. Добавляем масло жажоба. Смешиваем все наши ингредиенты и добавляем туда 1 столовую ложку меда. Все, все готово.
Итак, время подошло. Давай смотреть, что ж получилось. Пожалуйста, Наталья и Светлана, возвращайтесь к нам. Если вы только что включили телевизор и не понимаете, почему эти две очаровательные женщины так красиво одеты, то это мы подбирали плед по типу фигуры. Как ощущения для начала? Приятные, вот как в детстве, когда мама горчичники ставила, вот такой. Мы нашли эту девочку, которая любила горчичники в детстве! Ура! Светлана, как вы? Прекрасно. Легкое тепло. Как вы думаете, ушло 2 сантиметра, Наталья? Надеемся. Как бы сомнение. Наше недорогое обертывание, которое нам обошлось максимально 25 гривен, вот если мы будем делать его вот от коленок и туда вот выше, дает уже наши результаты. Так, а это нужно все смыть, да? При помощи ножниц мы снимаем пленочку. Я сделала гадость? Ты что, разрезала пояс? Компенсируя свой отдам. Можем со Светочки тоже снимать? Видно, что кожа приобрела все-таки розовый оттенок. Это нормально, но дискомфорта сильного быть не должно. Измеряем? Да, давайте. Вот я не затягиваю. И минус 2 сантиметра. Что там? Минус 3! Довольны результатом? Очень довольна. Я хочу сказать, что этот курс надо будет обязательно продолжить, поэтому я уже девочкам приготовила такие вот отвары домой. Оказалось, что это легко и просто сделать эффективное домашнее обертывание. Оля, спасибо тебе огромное за эту тайну, которая теперь раскрыта и поможет нам быть стройными. Спасибо вам большое за помощь, вы умнички. Привет, друзья! Если вас заинтересовало наше видео, то оставляйте свои комментарии, делитесь со своими друзьями, подписывайтесь на наш канал, и вы всегда будете в курсе того, что здесь происходит. И все будет доброе!